Так, всех приветствую. Вот заказ, очередной заказ. Это такой стартовый набор для производства фидерных кормушек в Беларусь. Значит, тут человек, ну, клиент отправил эскизы, какие он хотел. То есть, он придумал, это повод это Ёж назвал. Это он не придумал где-то на сайте каком-то. Ему понравилось. Так, вот пулю с свинцовой спинкой рискнули сделать на оцинкованной сетке. Проливается сложно. Значит, надо закоптить форму, чтобы он хорошо свинец пролетал. Загнуть кончики, чтобы не поднимался вверх. То есть тут придется, конечно, приловчиться. Еще как вариант я хочу как-нибудь попробовать все-таки термостойким силиконом или красным автомобильным вот здесь промазать в этих местах. Да, и вот где-то вот и тут еще. Потому что резина-то, по идее, она не будет как бы мешать. Сетка будет вкладываться, будет прижиматься плотнее. И свинец не будет подниматься вверх. Вот надо будет проверить. Вот такая формочка. Так, вот это формы классические подфидерные кормушки. Вот тут, в общем, отвожу видео. В общем, тут вот, чем она хороша. Вот, тут есть под ветлюг отверстие. Он же как бы фиксатор уха в форме. Также есть возможность установки накидного болта. Вот сюда, кто будет прижимать форму. Ну, уже прикрутить ручку сбоку. Ступцинкой тут зажимать. Получается, придется. Сверху ступцинка, здесь накидной болт. Такая модификация. Почему? Ну, большинству клиентов это понравилось. Это очень удобно при работе в серийном производстве именно кормушек. Так, вот у меня уши. Клиент заказал упаковку. Ушки классные. Качественно загнуты. Ладно, пикет. Одной рукой. Ладно, так такое. Так, вот краска. Песочная. Это десерт Storm, пустыня. Так, и вот черная, матовая, килограмм. А еще рулон сетки 5 метров, вот такой. Ну, она вся визуально ровная выглядит сеточка. Толщина 0,9, клетки получается 5,8, 5,9. Так, все, отправка будет сегодня.